Умывалка идеально подходит для всех типов кожи. Она очень хорошую консистенцию имеет. Она очень нежная и одновременно очень эффективно очищать будет кожу. И хорошо держать эту умывалку при комнатной температуре до 10 дней. Ее не нужно убирать в холодильник. Использовать эту умывалку нужно каждый день вечером перед сном. Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях приготовить очень эффективное омолаживающее, очищающее средство. Сегодня будем делать умывалку. Я сделаю вот эту вот умывалку, покажу, как можно ее очень легко сделать из простых компонентов, ингредиентов. Работает она просто великолепно, и если бы вы подобное средство покупали в магазине, то стоило бы оно очень дорого. Умывалка подходит для всех типов кожи. Умывалка очень глубоко проникает даже в самые загрязненные поры и очень эффективно их очищает, одновременно питает, скрабирует, увлажняет. В общем, шикарную сегодня будем делать, мои дорогие, умывалку, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. И сейчас я покажу, как в домашних условиях очень быстро сделать умывалку для кожи лица. Умывалка, которая подойдет для всех типов кожи, которая будет глубоко проникать в поры, очищая их, очищая от черных точек, от различных загрязнений. И очень мягко, деликатно будет очищать и даже самую сухую кожу. Предлагаю сразу делать весь состав в той посудки, из которой будем этой умывалочкой пользоваться. Лучше всего взять вот крупную баночку, оставшуюся, возможно, от крема. Главное, чтобы этот контейнер очень хорошо закрывался, чтобы все это было герметично и чтобы было удобно хранить в течение 10 дней эту порцию, которую сегодня с вами и сделаем. Умывалка состоит из очень простых компонентов. Я думаю, что вы уже догадались, что в состав этой умывалки будет входить и зубная паста Colgate. Вот с нее, пожалуй, и начнем. Для этой умывалки нам понадобится 1 столовая ложка пасты Colgate. Я использую ложку десертную, она чуть меньше столовой, но чуть больше чайной ложки. Вы можете порцию эту делать в меньшем количестве для пробы, чтобы определиться, понравится вам эта умывалка либо нет, потому что сделать ее в любое время очень быстро, так что если вам не хватит той порции, которую сегодня будем делать, то можно дополнительно приготовить. Итак, я беру 1 ложку зубной пасты. Пасту зубную можно взять для этой умывалки любую, неважно, потому что состав умывалки будет состоять из нескольких компонентов, так что наносить в чистом виде зубную пасту сегодня я вам не предлагаю. И обязательно смотрите за той последовательностью, с которой я вот эту умывалочку делаю. Также для этой умывалки нам понадобится 1 столовая ложка базового крема. В качестве базового крема можно взять крем для тела, лосьон для тела. В общем, покупное средство, которое будет выступать в качестве смягчения. И для того, чтобы в момент нанесения и использования нам было все-таки комфортно пользоваться. И не забывайте, что крем питать будет в момент очищения кожи, очень хорошо будет увлажнять. Так что добавляем. Зубная паста будет играть роль тонизирующего компонента, будет хорошо освежать, хорошо осветлять кожу, а крем будет именно такой составляющей, которая именно будет отвечать за питание, увлажнение кожи и смягчение ее. Следующий компонент добавляем, пошел кремик. И сейчас нужно все это перемешать. В момент приготовления домашних средств нужно каждый компонент смешивать по мере добавления. Вот такая консистенция должна получиться.
Затем в эту маску, конечно же, я добавляю ложку соды и затем все это хорошо нужно перемешать. Обычная пищевая сода. Сода отвечает за глубокое проникновение в поры. Очень хорошо будет очищать поры. Очень хорошо, кстати, будет и смягчающим фактором воздействовать на кожу. Очень хорошо скрабирует кожу сода. Так что в использовании для ухода за сухой кожей сода тоже очень хорошо подходит. И сразу же я добавляю ложку перекиси водорода. Перекись водорода можно взять, вот как пероксид у меня, можно взять 3% перекись водорода. И перекись хорошо обеззараживает, снимает воспаление, если у вас кожа в каких-то местах травмирована, или, возможно, постакне, неровности. В общем, перекись – компонент в очищающих средствах, которые делаем в домашних условиях, просто незаменимо. И затем все нужно очень хорошо перемешать. Вот такой состав получается. И, конечно же, основным компонентом, который несет очищающую функцию для того, чтобы намыливание было активным и дополнительное очищение кожи тоже необходимо, нужно добавить мыльный раствор. Вот для этой умывалки можно использовать и мыло, натертое на мелкой терке, потом можно подержать это мыло на водяной бане для полного растворения, для получения однородного мыльного раствора. Но сегодня умывалка у нас быстрая, умывалка, которая в своем составе не имеет большого количества щелочных компонентов, поэтому я буду использовать пену. Пенка может быть для умывания, может быть пенка для душа. Этот мыльный состав примерно в количестве 2 столовых ложек, вот с помпой у меня, с дозатором, я добавляю раз, видите, и 2. И затем нужно все очень хорошо перемешать. Умывалка идеально подходит для всех типов кожи, она очень хорошую консистенцию имеет, она очень нежная и одновременно очень эффективно очищать будет кожу. И хорошо держать эту умывалку при комнатной температуре до 10 дней, ее не нужно убирать в холодильник. Использовать эту умывалку нужно каждый день, вечером перед сном. Наносить и пользоваться этой умывалкой нужно после снятия декоративной косметики. Как только вы сняли декоративную косметику, неважно каким способом, можно с помощью мицеллярной воды, можно с помощью масел, можно просто умыть лицо с мылом. И после вот этой процедуры наносим эту умывалку. Мягко она очищает, отшелушивает кожу, обеззараживает, освежает, и легкий эффект осветления эта умывалка дает. Обязательно посмотрите видео с умывалками, которые я делала ранее. Это, естественно, не первая моя умывалка, не первое мое очищающее средство. Я делаю после нанесения, подержать ее 2-3 минуты, затем ополоснуть с легким намыливанием, как бы делая массаж по кожным массажным линиям. Легкое размыливание сделать и смыть теплой водой. Заключительная процедура – это кожу лица нужно ополоснуть прохладной водой и нанести ночной питательный крем, который мы делали вчера. Мои дорогие, посмотрите прошлое видео, там просто великолепный, шикарнейший крем ночной с питательным природным коллагеном. Обязательно посмотрите. И вот после этой умывалки тот крем будет очень хорош для ночного питания, увлажнения и омолаживания кожи лица. Напишите, пожалуйста, понравилась ли вам эта умывалка. Конечно, напишите, пожалуйста, какие умывалки из видео на моем канале вы уже делали. В комментариях обязательно напишите,
возможно, свой рецепт какого-то очищающего средства, обязательно поделитесь этим видео со своими мамами, друзьями, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, кто не подписался, и каждый день ждите новое видео с уходом за кожей лица, доступным, простым, но очень эффективным омоложением кожи в домашних условиях. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока.